Из моих ребят принимали, значит, Столяров Игорь 120 килограмм, Смирнова Ксения 49 килограмм, Чумякова Вероника 59 килограмм и Шарап Курсиди 63 килограмма. Вот эти спортсмены боролись, я скажу, неплохо. Столяров Игорь первое место, Смирнова Ксения первое место, Архипова Екатерина первое место и Чумякова Вероника третья, Шарап Курсиди девятая. Но турнир был сильный, четвертый раз проводят этот турнир. С каждым годом он становится более сильным и квалифицированным, так как по женщинам присваивают мастеров спорта, где вот боролась Чумякова Вероника, которая заняла третье место. По юношам даже участвовали чемпионы, призеры России, по женщинам международницы, которые участвовали на чемпионатах Европы и мира. А турнир был, конечно, сильным. И выступление своих ребят, я думаю, что прошло успешно. Ну, конечно, для меня это только как старт, как проходящая, как подготовка к России. Я на этом как бы не останавливаюсь, не зацикливаюсь. Мы готовимся к России, и вообще перспективы дальше у меня такие, только Европа, мир и Олимпийские игры. Вот с такими как бы намерениями я работаю.